сумы. Вы Ильясу Батыжановичу? Сейчас. Да, хренотёнок! Да. Ильяс Батыжанович, вам... Сейчас, подожди, пожалуйста, Сейчас еще время. А, к вам пришли. Кто пришел? Оттуда. Оттуда? Я теперь звоню. В смысле оттуда? Прокуратура, что ли? Блядь, Дерик, я тебе говорил, где люди, блядь, зачем пускаете этих людей, ё-моё? Документы, все в порядке, документы, в порядке все! Нет, 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 не они, выше. Дерик, блядь, КМБ, что ли, а? Ты больной, Дерик, я тебе сколько раз говорю, блядь, из прослушки стоят, туда проверять людей, вызовите, блядь, другой стороны, а? Ты что, уже опять на 2 года уйти, а? Я не уйду, ты уйдешь, Дерик. Нет, нет, не они, еще выше. Аким, да, Дерик? Аким, да? Ты что, в лицо не знаешь Акима, да? Все. Почему? Они же обычно все предупреждают, что придут, ё-моё. Нет. Еще выше. С администрации президента, да? Все, нас посадят, Берег. Нас посадят, и мы никогда работать не будем, Берег. Нет. Еще выше. Погоди. Кто может еще выше быть? Сегодня какой день недели? Пятница? Да. Долбан, ё-моё, чё так пугать? Это имам, я его сам сюда позвал. Позови его. Идиот. Ассаламу алейкум, крынс. Красавица, куда? Дай на булак 200. Садись, поехали. Что-то подозрительно, за 200 тенге так быстро согласился. Странно. Может, ко мне подкатить хочет, а? Если что, по пути кого-нибудь возьмем. Он походу маньяк. Я 5.32 смотрел, а там первая серия, там маньяк сейчас сзади сядет и на меня сзади нападет сейчас. Может, они хотят на меня вдвоем напасть, наручники одеть, а отшлепать? Джиндагатн. Блин, Лаура, соберись, не в ту степь. Сваливать надо. Короче, слушай сюда, говнюк. Мне тут останови, я тут пешком пойду. Маньяк тисичный. Пошел в жопу, ясно? Блин. Насмотрятся этих сериалов про маньяков 5.32. И все, никого нахер по пути не возьмешь. Эй, красавица, поехали, хоть за стольник довезу. Блин, боже мой. Господи. Здравствуйте, с Олеском вызывали, да? Так, Санжар, слышал? Утилсбор снижают. Нужно новые сборы придумать. Предлагай давай. А, понятно. Ну, давайте мутилсбор. Что за мутилсбор? Ну, есть же ребята, которые мутят. Ни хрена нигде не работает, мутят движуху. Денег у них много. Давайте с них собирать. Ну, нормально. Давай дальше. Шутилсбор. Что такое шутилсбор? Ой, у нас в Казахстане много шутников. Столько комедий, вайнеров. Комментарии посмотрите, сколько шутников. Неудачно пошутил? Пожалуйста, плати. Так, ну можно жутельсбор. Чего? Жутельсбор? Ну, есть же, которые болеют и в общественные места ходят, других заражают. Закашлял в общественном месте, пожалуйста, плати. Ага, понятно. Что дальше? Рок-микрофон сбор. Это что за сбор еще? Ну согласен, пока сыровато. Но я подумаю еще. Ну все, Санжар, давай, думай. Официант? Блин, свою получил, теперь как бы ее выпроводить, а? Достало, я же один люблю спать. Хата у нее, смотрю, такая классная, трехкомнатная, евроремонт. Мне нужно по-любому до утра остаться, кровь из носу нужно остаться. Блин, но кат надоел болда. Как бы ее выгнать, а? За такси заплатить, что ли? Так, ну люстра, в принципе, нормальная, а вот обои возьми под себя поменять, здесь розовый оттенок нужен, конечно, да. И кухню чуть-чуть подшаманить, и нормально. И еще поначалу нормальная была, что-то сейчас какая-то не очень-ская. И еще ерня джара-джара. Бля, халай сиським с намин. Так, с Синешкой по-любому подружусь, я же всем нравлюсь. Если его нос и мои губы будут, то дети у нас будут красивыми. Очень-очень. Блин, как сказать, а? Надеюсь, завтра проснусь, ее не будет здесь. Догадается, наверное. На свадьбу Агеру и Дану хрен позову. Вот только мой, и никому не отдам его. Слушай, у меня тут завал по работе, и чуть-чуть не успеваю. Может быть, я тебе такси вызову, и ты дойдешь сама, а я чуть позже присоединюсь, окей? Я тебя не люблю, ни во что не ставлю и вообще сейчас тебе изменяю. Как поздравляют с днем рождения коллеги.
Так, ну что ж, Ардак Кайратович, от всей души поздравляем вас с коллегами, полностью вас. С днем вашего рождения. Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы вы знали, понимали, что вы у нас самый лучший, ценный кадр. О! Вот, примите от нас, пожалуйста. Вот, спасибо. С днем рождения, коллега. Спасибо. А теперь самые-самые близкие друзья. Слышь, Мусь, вот эта новенькая соседка же есть же? Молодец такая, мне глаза открыла. Говорит, а что ты свою супругу туда-сюда таскаешь? Что ты ее на отдых не отправишь куда-нибудь? Действительно, а что я тебя вообще никуда не отпускаю? Может, тебе на отдых куда-нибудь? Там съездишь с детьми, отдохнешь. Что, я за все заплачу? Слушай, молодец такая. Я даже не знаю, ехать или нет. А что тут думать-то? Езжай, конечно, блин, я за все заплачу же, блин. Ты когда последний раз так отдыхала? Никогда. Езжай, ты что? А ты что будешь делать, а? Дома буду, скучать буду, работу дом, что еще буду делать? Блин, так заманчиво. Вообще хочется. Ну так что соседке-то сказать? А зачем соседке? Как, она же переживает же. Я сейчас тебе такой отдых устрою. В санаторий мне поешь лечиться. Ясно? Да с другой стороны, как я без вас? Вот сучка сбаламутила же, а? Сисястая дура. Я тогда тебе что-нибудь сладкое куплю, да? Пешком. Ой, Медет, привет, как дела? О, привет, как дела? Это кто? А, это коллега с прошлой работы с моей, с Нурлутау. Мы же работали раньше там. Ой, ладно, что ты нервничаешь? Кто нервничает? Никто не нервничает. Ты меня спросила, кто это. Я тебе ответил, все. Ну, спросила. Зачем нервничать? Да никто не нервничает. Ты меня спросила, кто это. Я тебе отвечаю, спокойно отвечаю. 2011-2012 год я на Нурлутау работал. 214 кабинет. Ты же была, ты же видела. Вот мы в одном кабинете сидели. Зачем столько внимания на это? Успокойся, не нервничай. Да кто нервничает? Кто нервничает? Ты просто спросила меня, кто это. Я тебе отвечаю. Это коллега моя. Мы работали раньше вместе. Дорогой мой, послушай себя со стороны. Ты нервничаешь. Да не нервничаю я. Не нервничай. Так вкусно. А что ты не кушаешь? Не хочу. Нервный такой ужас. Свиданка была просто оттас. Спасибо, так все романтично было. Че, может быть, продолжим? Ко мне зайдем? Да нет, мне надо на базаре еще туфли купить. Да какие туфли? Пойдем, ну, чай попьем, фильм посмотрим, пойдем. Брат, можно тебя на минуту? Это, конечно, не мое дело, я чисто по пацанячи скажу. Она вчера так же с другим пацаном прям сосалась нереально. Целовалась прям с французским всякими поцелуями. Сам знаешь, брат, конечно. Что случилось? Ничего. Что этот боёб тебе сказал? Нам нужно расстаться. Как? Ну, пупсик! Ты что, плачешь, что ли? Я же просто пошутил, угарнул. Шутка. Я так привыкла жить одним. Не переобулся? Зачем переобуваться? Ты что, у меня стаж вождения? Все, я могу на лысых партики ездить, ты что? Тем более, сейчас зимы же не было в этом году. Сейчас пару дней, и все нормально будет. А что ты туда приехала? Довезешь меня домой, но у тебя зимний. Наверное, дешевые пратки. Дешевле, наверное, не бывает. Брат, подкурить не будет? А, не, пошутил, менде бар ага. А, скрытый камера, вот сонда, караңыз. Кинотеатр Сарыарка, не знаешь, кайзы? Нома? Нома? А, я пошутил, я местный, знаю. А, скрытый камера сонда. А, Павел, улыбнись. А. Сағат та түшіріңіз? Сағат. А, че? 12-ден 15 кетті ма? А, негіз, менде бар, пошутил, ага. Анау, скрытый камера, го. Сондай. Короче, Динара, ничего не знаю, чтоб через час была здесь. Поняла? Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк.